Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала. Здравствуйте все, кто эту информацию обнаружил и интересуется ею. Мне бы хотелось сегодня поделиться с вами, как быстро расширить свое сознание. Я предлагаю вам взгляд на эти вещи Нила Дональда Уолша. «Завтрашний Бог. Величайший духовный вызов». Почему мне хочется предоставить вам эту информацию? Потому что мы очень медленно понимаем, вот обратите внимание, что наша эмоциональная сфера находится в достаточно уязвимом сейчас состоянии, потому что меняется магнитная решетка планеты. Потому что меняется магнитное поле планеты, меняется наше с вами, особенно в этом месяце, ну и дальше, конечно. Магнитное поле нашего сердца меняется. Сейчас уязвима кровеносная система, то есть эмоциональная составляющая наша, эмоциональная. Мне очень жаль, что вы не цените те фильмы, которые, казалось бы, ни о чем. «В гостях у солнца», вот последний фильм. Это видео, которое вы посмотрите просто, да его каждый день можно смотреть. Вы же слушаете песню там Пугачевой каждый день, она вам нормально слушается. Вот так же и видео можно смотреть каждый день просто для поддержки своего энергетичного состояния, вибрационности своей. Да, конечно, можно Горяева смотреть, мандалы, можно других каких-то авторов слушать. Не в этом соль. Дело в том, чтобы поставить это как питание. Понимаете, как питание. Вот есть еще методы, которые нам предлагает Нил. Это самый прямой путь к расширению сознания для большинства людей. И он предлагает оригинальный метод. Я вам его предлагаю сегодня. Состоит в том, чтобы осознать тот факт, что у человека есть сознание. Просто факт. Просто признать, у меня есть сознание. Наличие сознания – это тот факт, требующий сознательного осмысления. И это называется развить его. Нам это сделать достаточно просто. В следующие 100 раз, когда ты увидишь свое отражение в зеркале или где-либо еще, совершай медитацию. Кто? Спроси у себя 3 раза. Кто? Каждый раз, растягивая звук «О» на 10 секунд, это можно делать вслух или про себя. И в любом случае посмотри прямо в глаза своему отражению и сделай глубокий вдох и спроси на одном дыхании 3 раза. Кто? Подразумеваемый при этом вопрос таков: кто это? Кто стоит передо мной? Кто это существо, которое я считаю собой? Кто? 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 Если сделаешь это 100 раз в течение ближайших 30 дней, у тебя появится осознание своего «я». Возможно, ты не придешь к полному пониманию, кто ты есть, но по меньшей мере осознаешь тот факт, что ты есть. Иными словами, обретешь самосознание. После того, как ты поймешь, что обладаешь сознанием, то есть частью тебя, которая шире, чем ты, и может отличаться от маленького «я» и говорит с тобой, ты тем самым приблизишься к тому, чтобы раскрыть истину своего бытия и стать просветленным. Ты скоро поймешь, для того, чтобы пережить просветление, не нужно искать его. Не нужно искать его. Человек становится просветленным не в результате поиска этого состояния. Человек становится просветленным, потому что уже является таковым. Ты уже просветлен. Нужно просто осознать это. Мы здесь говорим именно об осознании. А теперь я открою тебе величайшую тайну. Ты не можешь осознать что-то внутри себя, пока
не увидишь это вне себя. И не можешь осознать что-то вне себя, не увидев это внутри себя. И то, и другое можно сделать одновременно. Так оно всегда и происходит. Когда ты открыт внешнему миру, когда ты движешься в нем через него, старайся остро осознать все вокруг. Посмотри на вещи так, как никогда не смотрел на них прежде. Преврати каждый миг в медитацию. Увидь трещинки на асфальте, листья на деревья, лепестки цветка, лица в толпе. Узри в нем во всем этом себя. Просто постарайся увидеть себя там. Не задавайся вопросом, что ты там делаешь, или как ты туда попал, или как может быть, что ты пребываешь там. Просто узри там свое «я». Назови все это собой. Не говори: это мог бы быть я, но Бог миловал. Скажи так: вот милостью Божьей я. Вот я бездомный, без гроша в кармане. Вот я цветок на лужайке. Вот я деспотичная супруга. И там я диктатор далекой страны, угнетающий мой народ. И вот я тонкое тело травинки. Просто узри себя везде. Улыбнись, увидев себя там, зная, что ты там. А то, что ты там, в тебе. И еще, уделяй ежедневно понемногу времени для проходов во внутренний мир. Двигаясь через этот внутренний мир, освободись от любых мыслей и образов внешнего мира. Пусть твой ум опустеет. Он как утюг. Включи, выключи. Дыши глубоко и сосредоточься на звуке своего дыхания. Пусть дыхание станет твоей мантрой, звуком, уносящим тебя внутрь. Сосредоточь свое сознание на точке посреди лба, чуть выше переносится. Неотрывно смотри туда внутренним взором. Вглядывайся во тьму этой пустоты, пока не увидишь нечто. Сохраняй сосредоточенность на дыхании и смотри на то, что ты видишь. Смотри пристально, смотри внимательно, созерцай. Не пытайся поместить что-то перед своим внутренним взором, но жди, пока нечто, что уже там есть, откроется твоему сознанию. И так внезапно перед тобой появится нечто. Многие видят что-то внутри пляшущихся языков синего пламени. Ты не только увидишь, но и ощутишь его. Это ощущение омоет тебя. Ты назовешь это ощущение любовью. Оно может вызвать у тебя тихие слезы, спокойные слезы. Пускай текут. И поприветствуй свою душу. На канале есть видео «Ты уже ангел».